Бритва подготовлена под заказ. Яхточка из старых, 56-й год, если не ошибаюсь. Вот. Отличная старая модель, да, 56-й год. Прямоносая, с правильной заводской улыбкой, неисточенная, аккуратно эксплуатировалась ранее. Ну, в общем, отличный экземпляр с черной классической ручкой. Вот. И к бритве в комплекте будет идти ремешок. Ну, ремешок стандартный, как мы обычно делаем. Вот. Ну, по бритве что сказать? Особо добавить нечего. Яхта в практически новом состоянии. Геометрия отличная, фаска равномерная по всей ширине. Красивая, аккуратная форма, правильные улыбки. Правится на ремне, как улыбчивая бритва. То есть там пяточка отдельная, носик отдельная и основная часть. Вот выборка между четвертью и половиной. Носик прямой с небольшим скруглением. Ну, классическая яхта. Отличный хрустящий рез. Одни из таких прикольных самых бритв от ZTV. Вот. В принципе, по заточке я вам уже писал, ну, должно хватить плюс-минус на годик. Вот. Если аккуратно эксплуатировать, грамотно править на ремне, без излишнего давления, то где-то на годик, я думаю, хватит. Может, и на более долгий срок, если там раз в 3-4 дня бриться. Вот так, до самого кончика. Вот как для новичка, в принципе, считаю, что вариант хороший, более чем. С таких бритв стоит начинать. Универсальная ширина полотна здесь ближе к 6/8. Вот, универсальный тип выборки, ну такой, который, скажем так, легок в освоении, самый простой, самый распространенный. Вот, и как бы стандартный форм-фактор. То есть бритва обычного размера с обычным весом, очень удобно в эксплуатации. Я сам, в принципе, с таких начинал. Отличная вещь. Вот, ну, отправлю уже, скорее всего, завтра.